Виртуальная академия, сайт по бесплатному подбору репетиторов, представляет. Электрофорная машина, проводок, соединенный с одним из курсоров электрофорной машины, и свечка, зажженная. Ну, начнем, приступим к исполнению данного. Заряжаем электрофорную машину. Смотрите за свечкой. Что вы видите? Пламя свечи отклоняется. Как можно объяснить это явление? Объяснить его можно следующим образом. Плотность электрического заряда на острие проводничка достаточно большая. Настолько большая, что электрическое поле приводит к ионизации воздуха вблизи проводничка. Вследствие кулоновского взаимодействия ионов, ионизированного воздуха с зарядами на острие проводничка, возникают потоки воздуха, которые приводят к отклонению свечи. Это явление поэтому и получило название электрический ветер.